забавная сказка. По щучьему велению, по моему хотению. Да что ж это такое-то, а? Ну сколько ж можно зевать-то? Может быть, это зевание, это как чихание от простуды или еще от чего-то. Да что ж это такое? Что ж это получается-то, а? Что со мною, я не знаю. Всю зеваю и зеваю, ничего не понимаю. Может, я заболеваю. Что со мною? Все зеваю и зеваю. Что такое? Ничего не понимаю. Эх, Шунь! Дождь так и льет, так и льет. Целый день. Из-за него дома сидим. О! Ага, это точно. Ага. Дождь не погуляешь. Шунь, а что это с тобой? Вот это... Ой, сама не знаю. Зеваю и зеваю. Да, это неспроста. Ой, а ты чего зеваешь? Это зеваю из-за тебя. Уж больно заразительно ты зевнула. Вот я и заразился. Значит, это все-таки болезнь. И, судя по всему, страшно заразная. Зубок, неужели мы заболели? Получается, заболели. Что случилось, мы не знаем. Все зеваем и зеваем, ничего не понимаем. Может, мы заболеваем. Что случилось? Все зеваем и зеваем. Что такое? Ничего не понимаем. Ой, зубок, что ж нам теперь делать-то? Я думаю, доктора звать и поскорее. Доктор! Доктор! Что? Что такое? Что такое? Кто меня звал? Да это мы, да, звали! Потому что мы заболели. Ну-ка, рассказывайте. Дело серьезное. Все началось с меня. А я заразился от Шули. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, рассказывайте. Вот я и говорю, ужасно заразная болезнь. Так, кашель, насморк есть? Все гораздо хуже, доктор. Хуже? Ага, она зевает. Ну, тоже. А теперь и вы заразились. Друзья мои, никакая это не болезнь. Зевание – это очень даже полезная штука. Это интересно. Чем же оно полезное? При зевании дыхательные пути расширяются. И наш организм получает больше воздуха, чем при обычном дыхании. При этом улучшается кровообращение, проясняется мозг, поднимается настроение. В общем, зевание – это отличная передышка для нашего организма. Значит, мы здоровы и можем зевать сколько захотим. Да зевайте себе на здоровье. Только не забывайте прикрывать рот ладошкой. Вот так вот, да. Обычно зевание усиливается при переутомлении. Вот когда вы устали, хотите спать, вы начинаете зевать. Правильно? А еще, если долго находиться в помещении, где нет свежего воздуха, тоже начинаешь зевать. Кстати, вы давно проветривали комнату? Нет. Не проветривали? Нет. Вот нужно обязательно это сделать. Хорошо. Ну вот скажите, доктор, значит, это не болезнь? Ну, конечно, это я вам как доктор говорю. А почему тогда зевание заразно, раз это не болезнь? Да. Оно не заразно, просто нашему организму очень нравится зевать. Если он видит, что кто-то другой зевает, он вспоминает об этом и тоже начинает зевать. Ах, доктор, получается, мы напрасно вас позвали.
звали? Мы думали, что и вправду заболели. Ну, почему же напрасно? Я вам рассказал про зевание, а потом мы сейчас с вами будем проветривать комнату. Только сначала попрощаемся с ребятами. До свидания, мальчики и девочки. До свидания, ребята. Всего вам самого доброго. Храни вас Господь. Время чудес пролетело, спит Шишкин лес до утра, и всем детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях. Ждем с нетерпением встречи. Доброй вам ночи, друзья. Ждем с нетерпением встречи. Доброй вам ночи, друзья.